А потом мы летим в Париж. Короче, до этого еще говорила, что астанинский аэропорт, конечно же, красивее, чем алматинский. И то, что после ремонта в международном вот этом отделе здесь стало очень красиво. Мы вот сейчас идем к нашим друзьям, с которыми мы вместе вылетаем с Астаны. Здесь так красиво, есть такие потолки высокие. Прям очень красиво. I'm in shock. Аж приятно находиться здесь, знаете. Пошли! А где? Где вторая? А. Сделайте. Сейчас сначала так. Один вот так. О! Вот, сладкий. Он еще сказал не пальцы, а пальчик. Тима говорит, что я снимаю скучно и одинаково в блоге. Что ты скажешь на этот счет? Мы заказали покушать, у него курица карри. У меня говядина с пюре. И здесь, кажется, очень вкусный десерт и овощи. Капец, он только что вот так вот поставил паспорт и просто болтал с кем-то своим чуваком очень долго. Я такая, ну может типа уже в голову. Спустя полчаса мы приехали в наш отель. Он называется Сандали. Мы не знаем, Сандали или Сандали. Вот. А, ну кажется, это и есть настоящий сандаль. Будем заходить и снимем вам рум-тур. Лобби здесь. Мы сразу снимаем все. Это, наверное, Азы. Наш номер. О! А у нас не такой уж он и маленький. Короче, не знаем как, но нам дали кровать раздельную. Говорит, окей. Ура! Как тебе? Эйфелева башня. Что? У нас тут такой классный, классный вид, романтичный. Капец, я до сих пор не верю. Ты что, опять подстриглась? Давно, по идее. Хотя нет, на прошлый, недавно вот. Где-то там вообще, пожалуйста. Такой классный туалет здесь. Я вот люблю, когда так вот красивенько, миленько, аккуратно. У него режим отдых включен. Будем сразу же. Чтобы покушать, вот, не знаю, верим ли менять вообще наш номер, вот, Тимина любимое сморкание, посмотрим, в принципе, нам кажется, вообще без разницы. Ой, наш лифт. Ой, вообще, почему все в наш номер без стука залетают, абсолютно 50? А что, мне стучать надо, что ли, по-твоему? Я должна стучать? Да, её голос. И обратно заходи. Ой, актрисура. А мы можем тогда сделать какой-то этот... Кто тут? О боже, кто сейчас зайдет? Это час? Капец, прикиньте, только мы взлетели, как мы набрали. О, привет! Три раза. Первый раз таким большим составом летим. Еще Хаби, Аймашка, ей не хватает Кима. Давайте я сниму на видео. Ой. Тома. Так, идем. Перекличка. Адия. Анеля. Камука. Аза. Тима. Аймашка. Хаби. Лиза. Эльдар. Все, все есть. Даня. Наконец-то. Даня! Какой-то первый рандомный рейсик. Тут капец классный вид. Да, посмотри, вид красивый. Мы сели в какой-то ресторан здесь. Посмотрите, какой красивый. Сколько там всего шашлыков, ребят? Эй! Один Диля! Очень рада. Ты пришел, Дилечка. Доброе утро, друзья. Мой прыщ просто приветствует всех вас. Он просто огромный. Это какой-то капец. Я не знаю, что с ним делать. Это просто ужас. Мы сейчас пойдем завтракать. В итоге мы посидели в этом ресторанчике
И потом пошли в номер все. У нас номер находится чуть-чуть наверху. Вот, так что будем ходить, двигаться много. Пойдемте кушать. Завтрак такой супер обычный. Еще такая вот с кофе-станция. Вот такая вот станция с выпечкой. Nothing really special, but it's okay. В отеле платит. Вот такие. Bon appétit. В угол. Вот у нас такой вот завтрак у всех скудноватый, но пойдет. Такой вот у меня аутфит получился. Я взяла много одежды, потому что я знала, что я буду переодеваться, одеваться. Так что так вот получилось. Все, 8 человек в строю, осталось 2 человек. Ждем. Я взяла шорты у Лизы и надела, чтобы на всякий случай мне ничего не случилось. Ой. Эй, гамарлива! Мы идем в ресторан Keto en Kote. Ой, ой, извините. Они ужасные. Просто Тима подарил мне свою ножку. Да. И Жан, ты тут не взял. Ну что, мы уже где-то час идем. Короче, когда ты идешь толпой, это прикольно, потому что кто-то что-то кому-то надо. А Нелли, например, все это время ищет линзы. И мы через каждую остановку, просто каждые 10 минут, находим какую-то аптеку или оптику, в которой мы стоим все, ждем Анелю, пока она еще ничего не нашла. Вот, мы идем прямо вроде как по улице Руставели, я не знаю. А сейчас вот что-то они меня обратно позвали. I don't know why. Пошли в прекрасный ресторан, который называется Keto en Kote. Очень красиво. Я хочу вам просто показать, как здесь все выглядит. Ну, потому что на улице будем сидеть. А мы сидим вот такой вот толпой на улице. Все, мы поели. В этом месте были одни казахи. Сейчас мы идем вниз, спускаемся. Уже кажется, ты здесь шагов сделали. Все размазаны. Я хочу спать, если честно, очень сильно. Тиме, кажется, будет весело. Мы гуляем. Мы шли, может, по этой же дороге, но я была без Линзы, я ничего не видела. Хорошо. Скажите, пожалуйста. Да начинай уже, давай, делай, говори. А туалет есть? Я хочу какать. Давай. Это вообще спасибо большое. Это что за пиво? Да? По очереди будет говорить. Зачем мы все собрались сюда? Прям дернись, и мы теперь не понимаем, что на фуникулёре. Лодка здесь. Нет, зачем нам лодка? Мы же на фуникулёре пришли. Это не фотка, это видео. Это влог. Мы были в Грузии с ним. Самое главное, чтобы вы вместе побыли в Грузии. Мы едем на фуникулёр. Сколько проблем нужно было решить, чтобы туда зайти. Лизка, давай первой заходи, ты сможешь. Раз, два, три. Поэтому. Вот, вот эта дорога. Или хочешь вообще никуда не смотреть? Налево посмотри, налево мост. Красиво? Меня уже достали. Все, туристы пошли во вкус просто. And baby. You're gonna be the one that saves me. And after all, должен был перестать петь, когда я был. You're my wonder. Maybe you're gonna be the one that saves me.
And after all, you're my wonderwall. Очень красиво и очень огромное просто здание. Ой, очень красивый монумент. Очень большой. Мать Георгия. Грузии. Грузии. Так, зам, чем он? Он катит к твоему парню. А? А, ему, а он не против. Чего? И хами мужу. Все, мы собрались, сейчас мы будем тусить куда? Барма. Барма. Если удивитесь, скажите Б. Ну чисто казахский есть. Кепка казахская, барма казахская. Да. Ищет еще. Классно, да, танцы. Cut bitch camera off, real shit blast. Пришли в какой-то ресторан. Сейчас будем здесь кушать. Ой, здесь красиво. Вот бы здесь было вкусно. Показываю вам, что там дальше есть. Очень высокое, большое здание. Здесь так симпатично. Почему здесь вообще ноль человек просто? Наверное, да. Здесь, кажется, бар. Заказали йогурт. Ой. Заказали панкейки, классные, и йогурт гранолу. Подумал, вам кажется. А это у нас авокадо тост. Они просто могли. Там что-то есть, чтобы поделиться. Тут сырники внутри. Дайте сюда сырник. Что внутри? Что-то есть внутри. Это ягоды, варенье. Как будто прям творожный, да? О, какой он классный. О май гад. Сегодня второй день города, празднования дня города. Мы идем в сторону этого. Ой, здесь шашлыки продают. Прикольно. Не знаю. Мы идем вообще в сторону площади, на которой поднимается воздушный шар. И там мы хотим сесть на катере, покататься на катере. А здесь сейчас все шашлыки жарят, кушают и празднуют. Прикольно. Мы идем кататься на лодке. Сначала хотели пойти на воздушный шар, там была слишком большая очередь, а лодок, катеров, вот этих вот здесь очень много, поэтому решили всей нашей толпой пойти туда. Уф, я так хочу спать, я не могу. Все-таки два дня. Празднование для меня это уже много. Все, наш аутфит на концерт Жандишна. У нас он в Формуле 1 весь. Я в таком вот корсетике. Вот. Сейчас идем на террасу. Устраивать препати и потом уезжаем на концерт. Все хотят. Скажи, какой можешь условие. Спасибо. Ай, 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 ай,
называть его? Это певец Джонни. Джонни? А, нифига себе. Классно. Так я сижу на месте Джонни сейчас. То есть не сильно дорогие. У нас сидящие билеты были. Да, не сильно дорогие, но все равно. Просто это мы используем, честно говоря, больше. Вот сколько здесь людей. Мы заходим. Людей здесь много. Сейчас нужно понять, где наш вход. К счастью, мы взяли на фан-зону билет, поэтому у нас отдельный должен вход, надеюсь. У-ху! Long way to be with y'all. We want to see y'all move. We want to see y'all dance. We want to see y'all sweat with us tonight. The hooligans are here. So this is what we're gonna do. The next song we're about to sing is a song called Finesse. And it goes like this. Автопати. Ты говоришь, я переживаю, что никто не сможет переплюнуть. Ну, типа, вот мы поедем на другой концерт и... А, ты переживаешь, что теперь будущий концерт будет скучно? Ну, чуть-чуть. Чё, чё-то без меня? А где это концерт? А что? А зачем? Ты с кем была? А как? Я так и наехали. Я говорю, а что делал? Я тоже такой же. Потому что в этой компании сыносовичный и жадный на алкоголь, на веселье и хоть на какую-то хавку, блядь, понимаешь, вот такая эта компания. Я потому что реально сразу... Да? Жан, подожди, давай где напитки вытащим. Вон там напитки. Вот это напитки. Оттуда уберите, отсюда, чтобы не разлилось. У тебя уже голос ты не срывай так сильно. Мы сами разберемся, что-то... Ну, голодный край просто. Дайте похавать, они будут... А налетят, соуса как нет. Голуби просто. А соуса нет? Соус, покажи соус. Без сахара. Ты запарил. Пиво напилось. Давай. Да. Мать, пойдем домой? Нет, останься. Вот, поиграем восьмерки. В эту игру. Один раз поиграл. Четверки. Полная, один раз поиграть с нами. Легко так уломать. Посмотри, как красиво.
Две колонны. Привет. У нас вылет. И еще и выезд с отеля. Так что мы еле-еле-еле. Сейчас около 7-7.15 утра. Мы спали 2 часа, 3 часа. Вот, и мы сейчас выходим в аэропорт. Очень сильно хотим спать. This is my airport outfit. Самый неудобный outfit на свете. Вот это. Я вам сейчас скину. И тут как. До свидания, спасибо большое. Один, дайте я вас обоих. Ай, нормально, это я себя снимаю просто. Короче, мы нашли самого лучшего водителя такси в Тбилиси вообще в этом мире. Он такой благодарный. Да, если кто-то поедет, ты отправь его номер. Я прям тут запишу его номер, и если люди хотят, они обязательно воспользуются, потому что, вот честно советую, во-первых, он ездит на Тесле, во-вторых, он очень вежливый, в-третьих, он говорит, да какое спасибо, вам спасибо, спасибо, что заказываете, вы же мне работу даете. Вот и все, поехали. Вот мне всегда интересно, когда вот ты стоишь где-то, что-то делаешь, и ты видишь то, что вот все в принципе логически стоит, но что-то идет не по логике. Ты пытаешься начать думать и продумывать то, как это может быть выстроено логически, прорабатываешь свою дедукцию, но в итоге не понимаешь. И вот у меня сейчас, то же самое произошло. Дима стоял 40 минут в очереди, там была огромная очередь именно на парижскую стойку, на Милан и на Москву, те же самые авиалинии, была очень маленькая очередь. Но почему-то именно на нашей стойке был только один человек, который обслуживал всех, только на экономе, а на Милане и на Москве было два человека. И в какой-то момент парижский бизнес открыли на миланские полет. И я просто такая, почему, если логически на Париже намного больше людей? Я вот реально не могу просто найти ответ, и мне интересно, это я тупая или что? Я взяла Wendy's. Если честно, я помню, что у нас в Алмате был Wendy's, но я к нему очень несерьезно относилась. Или это был Wendy's? I don't remember, but I'm really excited to try this. Wendy's. В Алмате, который напротив Кимап, это был Wendy's или Wendy's? Был Мэндис, кажется. Кажется, это был фейк. Поэтому we're very excited to try it. Больше ничего. Да. Больше ничего, потому что здесь есть. Либо надо долго ждать, либо всякие сэндвичи, которые, кажется, не очень вкусные. Вот мы уже идем на посадку. Сознание, во-первых, первое сознание, это давно уже было, что ровно год назад мы здесь стояли, мы сюда приехали, и я сказала, блин, как было бы классно, если... Вот мы по заказу сделали. Наш родной вид. И
Дима ровно спустя год после первого раза, когда мы были вместе в Париже, теперь уже у нас дома тут, в нашей супер уютной милой квартирке. Это снимаю каждый божий раз, когда мы приезжаем во Францию, и я делаю вид, что я вижу это первый раз. Все, у меня новая цель. Я хочу теперь остановиться в отеле Самаритен. Я вам сейчас покажу, это очень красиво. Почему так красиво? Просто посмотрите, какой красивый вид. О май гад. Вау. Пойдем за выпечкой, потом будем завтракать дома и потом пойдем гулять. Я вот все не могу понять, что с моим телефоном. Кажется, у него реально качество испортилось. Но надеемся, что нет, а то кто-то не захочет покупать мне телефон. Взяли кофеечек, взяли продукты. Идем домой. Два пан резин, шоссон пан. Там шоколад. Вилки, ложки нет еще, круассан. Варенье. Мы вышли гулять. У Гвенды новая прическа. А это Тимирлен. Вот, будем просто сейчас гулять. Мы пришли в Пантеон. Мы рассказываем, что мы пришли в Пантеон. Это такой огромный, очень большой мавзолей. Да. В котором очень именно значимые в этой истории люди. Вот. Да. Очень много здесь людей. Виктор Гюго, да. Эмиль Золя, кто там еще? Пьерри Мари Кюри. Ну, это из них. И люди. Марта Макфори, Марта Кюри. Да. Да, да, да. Я же ел. А мы пришли в Люксембургский сад. Très beau ici. Вот мы дошли до Латинского квартала. Красиво смотрится. Венда и Сима меня уговорили не краситься и не укладывать волосы. Я, короче, из этого себя чуть некомфортно чувствую, потому что мне кажется, что я страшная, я не свежая, и голова у меня страшная. На самом деле, в принципе, все норм, по крайней мере, на фотографиях ничего этого нету. Всегда, когда я приезжаю в Париж, у меня немножко стресс, потому что хочется фотографироваться просто везде, и у тебя от этого начинается какая-то суета непонятная. Мы сейчас идем в заведение, в котором снимали Emily in Paris, и мы там будем кушать. Обычная, по идее, французская забегаловка, ну, такое бистро. Вот, посмотрим, надеюсь, будет вкусно. Такое миленькое заведение. И здесь вот снимали какой-то эпизод, надо посмотреть какой. Так, у меня стейк аше, утимый конфит канар и салат душина шоу. Так, мы гуляем по галерее Лафайет. Смотрим что-нибудь. Пока ничего не нашли.
Ну, я думаю, если что-то какой-то топ классный, какой-то прикольный, обувь, вообще было бы кайф. Какой-нибудь свитерочек и все. Больше мне ничего не надо. Блин, если бы я была беременна, это платье бы очень красиво сидело на мне. А пока я не могу понять. В общем, мы обошли 1 000 000 000 магазинов. Там было слишком много мест, слишком много, то есть, людей, очень много кипиша. Поэтому мы подошли сюда, на Риц, просто в надежде, что вдруг кто-нибудь выйдет, и мы это увидим. Но, скорее всего, нет, потому что здесь вообще людей нет. Вообще, я поняла, что у меня от Парижа становится, я чувствую себя бедной и тупой. Доброе утро. У нас тут только-только просыпается город. Какая красота. Я, короче, подвернула ногу как-то. И у меня теперь она болит, когда я хожу. А нам сегодня ходить по Диснейленду. Поэтому, надеюсь, я не умру. О, как классно спать в машине. Приехали. Сейчас будем идти куда-то, мы не знаем куда. Мы решили сразу перекусить, даже если, в принципе, там много всего есть. Очень в самом начале покушать, чтобы потом было свободно времени, чтобы смотреть или зреть все, что мы сегодня видим. Я, по идее, была в одном Диснейленде, но я плохо помню, но я не помню, какой это был именно Диснейленд. Вот, так что мы сейчас покушаем, скачаем приложение и начнем уже весь наш. Короче, мы сидим в заведении, которое называется «Хэта Манжэ». И это офигенное название, потому что это в буквальном смысле переводится типа «готов кушать». Да, «готов кушать». Типа «готов кушать». Потому что «пхэ» — это готов. Быть готовым, а «манжэ» — это кушать. А в этом уже это готов кушать. Вот. Пойдет. Манго чуть резиновый, и у меня моя самая любимая булочка – это пан о резан. Просто огромный магазин с мерчем. Здесь все есть. Здесь даже есть Грут, какой сладкий. Здесь классно, не могу. Страшно. Тима еще, по идее, чуть боится такое. Мне кажется, он в шоке. А мы пошли по сингл, типа, райд, и я не знаю, где он. Но кажется, он капец испугался. О, ужасно, у меня аж прям этот все дрожит. Короче, капец. Жан, тебе страшно было? Весело было? Мне кажется, Тима не ожидал. Потому что я когда зашла, я такая, офигеть, а сколько прям перевернулись, это вообще капец было. Но это было очень весело. Я бы могла так целый день кататься. Сейчас вот мы хотим пойти в Hollywood. Только что мне написали, что это капец классный аттракцион, поэтому пойдем туда. Будем кушать. Блин, все-таки хочешь не хочешь, но Диснейский парк. Здесь, слушай, два парка. Первый это был Walt Disney, в котором мы были, а это уже именно Диснейленд. Здесь прям, конечно, намного больше всего. Сейчас вам покажу.
Ева. Где? Вон Ева. Такая музыка страшная. Короче, мы пришли в какой-то Big Thunder, что-то, вообще не знаем, что это, но здесь кажется весело. Вот, купили сюда билет, чтобы не стоять в очереди. Это прекрасно. Я вот здесь вот на этой штуке была, когда я была маленькая, и не помню, сколько мне было лет, но я очень помню именно вот это. И все. И пиратов Карибского моря. Вот. Лес будет классно, мне кажется. I hear the souls of our ghosts coming closer. They are ready to take to the streets. Get ready! Mickey's Halloween celebration begins in just a few moments. Куда мы пришли? Нет, это леди и бродяга, Жан. Это другое. Это где? Вон. Где они пасту вместе едят. Аристоша. Мы пришли в ресторан, который такой типа в стиле итальянском. Здесь подают пиццу, пасту. Так что, как из мультика «Леди и бродяга». Так, у нас здесь лазанья, паста with meatballs. Приготовили все буквально за минуту, вот реально. И пицца. That's so cute. Пришли второй раз на Avengers, и до этого мы сходили на Hotel Tower. That was the best one. The best one. Нам было так страшно. Но это было так классно, ничего не сняли, потому что там нельзя было снимать, и, короче, там было слишком страшно и темно, и мы такие все немножко на таком адреналине решили пойти еще раз на Avengers, но здесь уже... Votre attention, s'il vous plaît. 10 минут ничего не работает. Pour des raisons techniques, notre aventure est momentanément interrompue. Veuillez rester assis. Nous espérons redémarrer le plus rapidement possible. Merci de votre patience, et we'll be back in operation very soon. Надеюсь, please, что мы сможем попасть. Жан, дай пока покажу, что мы купили. Итак, у нас тут получается такой unpacking. Я взяла себе ободок, потому что почему бы нет. И также Тима взял себе футболку Walt Disney. И еще он взял вот такую вот, как это, хлопушка называется? Хлопушку в офис. Взяла еще одну футболку себе. Ой, то есть я взяла себе, в принципе, только одну футболку. Это я хочу просто носить дома. May the force be with you. Что еще? Все. Еще у нас очень важно не забыть нам сделать переход. И еще мы хотели покататься на воздушном шаре, но кажется, у нас не получится, потому что кажется, он далеко. Очень интересно узнать, что произошло вообще на этом аттракционе, но, скорее всего, просто какая-то техническая неполадка. Клопов. Короче, пока в Париже идет нашествие клопов, мы гуляем по Диснею и собираемся. Вот нам осталось одно задание, последнее, это снять видео, переход, который мы начали снимать днем. Но пока еще недостаточно темно, мы ждем, пока солнце немножко сядет, чтобы там красиво все мерцало. Как вы видите, я надела под конец вечера супер неактуально ободок. Но ладно, зато он у меня останется. Мы только что прокатились, это было очень классно, но меня чуть-чуть начало тошнить. Так что на лифт обратно мы не пойдем, хотя очень хотели. Вот прям он очень сильно хотел, но сори, я не хочу, чтобы вся еда была на этих аттракционах. Просто посмотрите, какой классный сейчас свет, такой закат. Вот вам красота какая невероятная. Что ты делаешь?
Доминика! Bonjour à tous! Итак, у нас сегодня классное субботнее утро, потому что оно теперь у нас с Доминикой, с Флорианом. Я вам показывала только что видео, где они сделали нам огромный сюрприз. Будь здоров! Вообще, изначально история была такая, что я не знала вообще ничего, но я Доминике сама писала, думала, вдруг она сможет прилететь. А потом, оказывается, один раз было такое, что я спалила переписку Доминики и Тимы, когда Тима что-то телефон взял, и он мне просто сказал, типа, да, мы там насчет Лувра общались. И я сказала, а, окей. То есть я в этом плане супер доверчивый человек, я сразу забыла вообще обо всем, хотя я могла за это зацепиться, потом, оказывается, Паня еще не спалилась, моя тетя. Короче, все знали, никто ничего не рассказывал, не показывал. Вот, так что это был, конечно, очень классный сюрприз. Я очень рада, что Доминика прилетела, что мы хотя бы на 2 дня сможем видеться, и что Флориан тоже смог приехать. Вот, мы сейчас будем все завтракать, я вам покажу наш завтрак, и потом пойдем гулять по Парижу. У нас, конечно же, выпечка моя любимая, pain au raisin, pain au chocolat, croissant, там еще один chausson aux pommes. Мои любимые просто хлопья детства. Апельсиновый сок, молочко, и сейчас заходит, кажется, кто-то. Мы собрались. Да, на самом деле. Сейчас пойдем гулять. Я надела свой новый кардиган, и Доминика мне подарила платье сладкое. Вот, будем фоткаться. Доми, напиши, пожалуйста, Апане сказать, чтобы мы выходили. Почему они так похожи? Brothers. What the fuck? Просто. У них у обоих огромные носы. Они оба в очках. Он вообще похож на летчика. Мы пришли на террасу очень красивую. И Доминика тут тоже. Вот мы. Будем сейчас дальше гулять, фотографироваться. Вот, и кушать потом пойдем. Смотрите, какой красивый вид. Взяли мороженое. Наконец-то я ем мороженое. Все это время как хотела. Обожаю ванильное мороженое, которое с кусочками ванили. Какой это вкус? Мне надо побольше съесть, чтобы понять, что это вкус. Вот ты хитрый. Я люблю добавлять, менять, точнее, букву И на И, например, сукы. Так, про какое это мороженое? Мухи. Доминика. Темерлан. Не Темерлан. Темерлан. И? Флориан. Все, короче, пока. Это, кажется, ваниль, да? Да. А вторая? Теперь мы идем в ресторан, в котором Salon de Jute, в котором познакомились Доминика и Флориан. Доминика ходила на English Club, и Флориан тоже пришел туда, и они там познакомились. Тут капец кипиш мощный. Ну, туда можно. Так, у нас такой вот чаек. Сюда заходит именно пить чай. Офигеть, у нас огромный обед. Я хотела перекусить, а тут посмотрите, какого размера просто тортин. Это кок месье огромный. Он больше, чем моя рука. Еще у меня луковый супчик. А это самое старое дерево, которому больше 400 лет. Самое старое дерево в Париже. Где тут написано это? 400 years. Вау. Короче, когда Доминика только улетела во Францию и первый раз потом после первого года отношений с Флорианом уехала в Алмату, Флориан прислал вот такой вот воздушный шар Доминике доставочкой в Алмату. Он такой сладкий был. А ты козел. Мы взяли продукты. Сейчас будем готовить ужин. Он устал от этой жизни. Что? Нет, будет ужин. Да, вы слишком рано пришли. И будем пить вино. Манты, чебуреки и бережи. Манты, это... Attends. Du mouton?
Мы вышли гулять. Еще забыл себе хотел спать. Ой, я забыл тикет. И еще часы забыл. А, стоп, нам нужно купить билеты тогда. Да, сейчас метро. Мы не на метро едем, мы на автобусе едем. Мы сейчас едем на автобусе в Трокадеро. И там мы будем смотреть, любоваться Эйфелевой башней. Жанна у меня внутри, понять как нас. Мы тоже. Почему я повторяю свою речь? Нужно... Я реально не понимаю, почему она такая огромная, эта Эйфелева башня. Чего? Я не могу понять вообще, как такое возможно. Ё-моё. Она выключится. А, мы можем, знаете, как, мы можем, знаете, как понять, вторую камеру поставить. Нормально? Мы пришли в кофейню возле Эйфелевой башни. У нас тут лешо, le crêpe avec Nutella. Soit ce sera celui-là, soit ce sera jamais. Espèce de жадина говядина. Ну что, всем привет. Мы сейчас ждем лифт. Сегодня последний день, предпоследний день. Он такой чуть-чуть спокойный. Я вообще поняла, что у нас спокойная поездка, но в то же время она очень насыщенная. Вот. И мы сейчас пойдем делать детокс в магазине, в котором я до этого брала себе джинсы, в торговом центре, который называется Самаритен. И оттуда нам нужно будет пойти посмотреть балетный магазин, чтобы Наргизе Дима смог найти пуанты. И потом нам еще нужно в North Face, и нам это нужно все сделать до 12, потому что в 12 у нас обед, вот, а сейчас уже 9:45. Я надела свой новый кардиган и взяла его в кос, он капец теплый и уютный, и классный цвет у него, и вот такой вот у меня обычная рубашка, ау, и джинсики, ау. Сейчас посмотрю. Везде. Почему везде столько очередей? Ёб твою мать. Мы здесь будем сейчас завтракать, потому что мы здесь уже были вдвоем. Мы идем вон туда. Да. Просто наша скамеечка любимая, она заполнена сакой, птичьими какашками, но мы все равно очень рады, что мы здесь, именно на этой скамейке сидим и ровно как и год назад пьем кофе, шоколяшо и сейчас будем кушать выпечку. Оказывается, даже сканировать не надо, они сами каким-то образом это делают. Что просто? Из хороших новостей, сейчас мы идем забирать мой детокс. Прикольно то, что я могу, во-первых, забрать прямо сейчас, налом. Короче, если бы я забирала в аэропорту или на карте, если бы забирала, то есть на карте, это было бы 12%, а сейчас у меня 10,8%. Но зато могу забрать их сейчас, а не так, что это будут деньги, которые я больше никогда не почувствую. Вот, поэтому нам нужно спуститься на минус, на нулевой этаж. Вот. Дима говорит, это мой детокс. Я говорю, нет, это мой. Хотя он мне покупал украшения, я попросила в Dior, чтобы он мне купил подвеску. А джинсы вот я сама купила. Вот. Все, пока. Прикольно. Можем теперь получить денежки налом. Нас обломали. Оказывается, для того, чтобы получить здесь кэш, именно в самом магазине нужно иметь кредитную карту, а у меня дебетовая карта.
Привет! С днем рождения! А, я тут ни разу не была как раз. Какая-то ярмарка Blockout происходит. Продают винтажные секонд-хенд вещи. Некоторые просто свои вещи продают. Книги, посуду красивую. Все, короче, здесь есть. Наш обед. Сейчас будет еще рыбка. Ну, c'est une professionnelle. Tu sais qu'elle était serveuse? Mais je sais. Tu sais, je t'en. Je sais que je la connaissais, j'avais déjà cherché. Ça déborde. Elle travaillait pas. Elle travaillait pas très loin de chez moi. Ah bon? Ah, à cette époque, tu la connaissais déjà? Oui. Ah bon? Aïe, 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 давай. Молодец, вот профессионал. Elle travaillait à côté de Parmentier. Да. Она была чуть-чуть этой, как ее. Сейчас будет тебе сметана. И лук. Да, и лук. Мы переоделись. У нас вылазка номер два. Мы зашли домой, покушали сейчас. Я думаю, вроде я вам показала. Я выиграла 10 евро, потому что мы выиграли этим. Короче, мы играли такую штучку, называется гавотаж. Как лото, кажется, да? Лото. Лото. Сейчас поедем на Шон-Зализе. И мне нужно посмотреть подарок Тиме. И Тиме нужно посмотреть тоже всякие подарки. Вот. Какие сладкие! Ой! Ой, кто-то там кусаешь, что ли, кто-то? Такие красивые, блин. Очень красивые. Пришли пробовать очень популярное мороженое Бехтион. Продается только на острове. Делается на острове. Все, мы пришли на Шан-Зализе. Сейчас будем докупать всякие необходимые вещи. И я лично хочу купить себе кепку, потому что у меня нету кепки, которая мне идет. Поэтому я в активном поиске. Классная. Классная футболка. Хочу ее взять. Прикольно смотрится. Посадка хорошая, качество хорошее. Бренд классный. Сейчас покажу вам еще. Я думаю, лучше взять толстовку, потому что одинаковую толстовку и футболку это чуть-чуть как-то совсем нелогично, даже для меня. Размер L. Вот не знаю, сейчас, может быть, попрошу размер M, просто чтобы она была менее огромный, но с другой стороны, наверное, в этом тоже есть какой-то свой шарм. Короче, вот штанишки, это элька, вот не могу понять. И футболка есть эмка, есть элька. Но что-то мне футболка таких, оказывается, не нравится. Слишком длинные плечи какие-то. А вот штанишки прикольные. У меня постоянная дилемма с подарками. Я не могу привозить всегда очень много, потому что у меня всегда очень мало места, но я всегда стараюсь хоть как-то уделить внимание. И если я беру подарок одному человеку, мне в голове, ты должен взять еще одному человеку. И от этого мне становится просто какой-то, у меня начинается тревожность, у меня начинается стресс. Я потому что понимаю то, что, блин, если сейчас начну брать все, я меня не остановить. Короче, вот теперь я реально не знаю, наверное, я что-то возьму в аэропорту, потому что у меня уже нет места в чемодане, и придется все это таскать самой, то есть, ну, ладно, Тиме. Вот, так что, скажите мне, что у меня не одно такое. Поняла, что я всю пору захожу просто, чтобы зайти. Мне нет такого, типа, о боже, я должна взять где-то, да-да-да. Я не знаю, почему. Опустила. В смысле, я все равно люблю косметику и все такое. Но, наверное, из-за того, что я конкретно не знаю, что мне нужно. То же самое с магазинами. Я захожу, у меня нету в голове конкретной вещи, которую я прям реально хочу. Вот я обувь хотела, я взяла, я джинсы хотела, я взяла все. И теперь я просто бесцельно хожу и смотрю, что тяну. Взрослеем, что сказать, взрослеем. А, да. Красивый. Елисейские поля. Очень красиво. Не хочется уезжать, знаете ли.
Короче, Тима все это время хотел найти магазин North Face, чтобы взять себе футболку, на которой написано типа Paris и там всякие координаты, короче, потому что я ему дарила уж такую. И он, короче, у него только одна, но он считает то, что он теперь их собирает. И в итоге мы ничего не нашли, и у него теперь нет этой футболки. А мы идем в Five Guys. Добавь мне халатин. Хорошо. Короче, мы взяли в итоге Five Guys. В один раз мне не понравилось, но в этот раз очень вкусно. Мы взяли совсем чизбургер, и он оказался двойной. Короче, мы только что собрались. Мы капец опухшие из-за того, что мы все время ходим, и у нас ноги отекают. Я прям все время свои ноги, и такая, боже, какое все отекшее. Завтра 8. У нас будет завтрак с Апаней, с моей тетей. И оттуда потом 8:45. А, в 9:30 мы выезжаем в аэропорт. Есть вот. Тонкая палка? Нет. Все, мы уезжаем в аэропорт. Да мы вам покажем, как выглядит классный аэропорт Шарль де Голль. Вот, так что а спасибо, Париж. Ну, не сильно. Последние разы здесь были очень большие очереди. Поэтому мы приехали аж за 4 часа. Сейчас вот 10 с чем-то, 10:20. Хотим сразу же спайкер-шоп сделать. Да, вот. И такс. Короче, мы проходим. Аэропорт, конечно, огромный. Мы в терминале Т1. Все получили, все прошли, быстро прошли. У них не было отдельного boarding. У них типа отдельно только baggage drop. То есть ты сам получаешь boarding pass. Спасибо большое. И потом берешь, сам распечатываешь свой boarding pass, и потом идешь, делаешь backdrop. То есть они просто тебе проверяют твой багаж и его переводят в самолет. Мы взяли еще покушать. Тима мне не взял бургер, зато взял наггетсы. Он не то чтобы должен был предугадать, что я захочу бургер, но ладно. Я шучу. Прилетели в Стамбул, взяли воды побольше. Я сейчас начинаю опухать, я это прям чувствую. Заказала себе пинтакан на потом, на завтра, чтобы начать его сразу же пить. У меня просто офигенный маникюр. Ужасно сухие руки. Я завтра первым делом пойду на маникюр. И сначала соберу чемодан. Вот. Так что вот. Еще взяла яблоко. Вообще, что просто 10 дней подряд я ела тесто, и сегодня такая, хочу яблоко. I'm in shock. Конечно, в приоритете было бы, конечно, очень классно когда-нибудь, надеюсь, в ближайшем будущем летать бизнесом. Пока летаем не бизнесом, но летаем в первых местах. И знаете что? Я никогда в жизни так быстро не выходила из самолета и так быстро не проходила паспортный контроль. Вот реально. Лучше вот потратить эти 20 тысяч, 10 тысяч тенге, заплатить за это дополнительное место, чтобы реально просто себе сэкономить время. Теперь самое главное, чтобы сейчас аэропорт бы не закосячил и не испортил нам вот этот вайб, чтобы быстро вытащили чемоданы и поехали спать, а то уже, оказывается, 4:30 утра. Пипец. Итак, спустя минут 20. Все при нас. В принципе, мы ждали недолго. Так что я считаю, что обратный полет можно назвать успешным. Все, мы приехали домой. Это была классная поездка, я не могу поверить, что она кончилась, и она оказалась очень долгой, хотя нас не было в городе где-то сколько?
10. 10 дней. Надеемся, то, что следующая поездка будет такой же насыщенной. И надеюсь, то, что вам понравился этот вложик. Вот. Всем спасибо за просмотр. Целую.